Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам numberoneschool.ru. Друзья, сегодня важный вопрос, и он будет касаться инвестиций в иностранной валюте. Мы поговорим про налоги. И про налоги мы поговорим с двух точек зрения. Первое. Платятся ли какие-либо налоги, если мы покупаем за рубли и потом продаем обратно за рубли иностранную валюту? И если да, то кто это платит? И второе – это как считаются налоги, если мы инвестируем в инвестиционные инструменты в иностранной валюте. То есть мы покупаем акции в долларах, или там в евро, или в фунтах, или облигации, или фонды, ну, в общем, что бы то ни было. Как здесь считаются налоги и кто их считает, кто их должен платить? Начинаем. Сразу скажу, что в основном ролик будет полезен для налоговых резидентов Российской Федерации, но про нерезидентов я скажу чуть позже, в самом-самом конце ролика. Итак, первое. Нужно ли платить налог, если мы продаем иностранную валюту за рубли? Ну, то есть это означает, что мы каким-то образом ее получили, то есть либо мы за рубли когда-то ее купили, либо мы ее унаследовали, либо нам кто-то ее подарил, либо мы, в общем-то, получили выплаты именно в этой валюте. То есть как-то она к нам, в общем, попала. Нужно ли нам платить налог, когда мы эту валюту продаем за рубли? И кто это должен делать? Смотрите, в 2015 году вышло письмо Минфина. Я ссылочку на это письмо оставлю в комментариях, в описаниях к этому ролику, чтобы вы это не искали, это отдельное удовольствие искать эти письма. Ну так вот, в этом письме Минфин сообщает следующее, что, ребят, смотрите, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации у нас валюта считается имуществом. Поэтому, если вы это имущество продаете, то тогда возникают следующие налоговые последствия. Дальше нас призывают обратиться к статье 220 Налогового кодекса Российской Федерации, где написано следующее, что если вы продаете имущество, ну не недвижимость, а просто имущество, которым вы владели 3 года и более, то вам а. не надо подавать налоговую декларацию и б. не надо платить налог. Поэтому если вы валюту и владели 3 года и более, то никакой декларации, никаких налогов. Но, естественно, вам нужно будет подтвердить, что вы ей владели именно столько. А это может быть, ну, соответствующие какие-то документы. То есть либо документы, что вы ее покупали больше 3 лет назад, либо что вы ее унаследовали, или вам кто-то подарил, или вы иными образами как-то ее получили. Но если документов нет, ну, тогда считается, что по умолчанию доказательств, что вы 3 года этим владеете, автоматически не существует. И второй момент. Если вы владели имуществом, соответственно, меньше 3 лет, ну, в нашем случае валюта считается имуществом, то тогда, когда вы продаете валюту за рубли, то вы из полученной суммы можете вычесть либо документально подтвержденные расходы на покупку этого имущества, ну, то есть расходы на покупку этой валюты, либо 250 тысяч рублей. То есть, условно, если вы продаете валюту за рубли, и вы ей владели меньше 3 лет, то тогда вам нужно будет заплатить налог по ставке 13%, если вы налоговый резидент Российской Федерации, с разницей между тем, сколько вы потратили, чтобы эту валюту купить, и тем, сколько вы получили от ее продажи, либо между тем, сколько вы получили от ее продажи, и суммой в 250 тысяч рублей. Для этого нужно будет подавать налоговую декларацию и, собственно говоря, уплачивать налог. Кто должен это все делать, и со всех ли операций вот этой купли-продажи валюты считается налог? Смотрите, Минфин считает, что, ну, действительно, неважно, как вы покупали валюту и как вы ее продавали, там, через брокерский счет, через банк, как-то еще. Здесь факт остается фактом, что валюта признается имуществом, и как именно вы ее продали, через брокерский счет или там в банке поменяли и так далее, все равно факт продажи имущества зафиксирован, поэтому нужно платить налоги. Кто должен это платить?
Банк, брокер, другие финансовые организации налоговыми агентами здесь не являются, поэтому вся эта история возлагается автоматически на вас, мои дорогие подписчики. То есть нужно по-хорошему, по законодательству, до 30 апреля года следующего, затем года, когда вы продали валюту, подавать налоговую декларацию самостоятельно, самостоятельно считать налог к уплате и, соответственно, до 15 июля его платить. Это все возлагается на вас. И сразу возникает вопрос, а как налоговая вообще про эти сделки узнает? Формально, ну, мне сложно себе представить, чтобы налоговая отправляла запросы в банки, брокеры. У вас кто-нибудь что-нибудь менял? Ну-ка, дайте мне все списки. Там более, там 100-500 клиентов, тысяч, миллионов и так далее. Поэтому я сомневаюсь, что он это технически реализуемо. Брокеры, банки не сдают в налоговые отчеты, кто когда у них какие валюты менял. Ну, конечно, если сделка превышает 600 тысяч, в Росфинмониторинг эта операция пройдет, но там тоже большое количество операций генерится, и поэтому я не уверена, что есть возможность какого-либо контроля. Поэтому формально в 2015 году письмо Минфина с мнением по поводу уплаты налогов с продажи валюты есть, но технически, де-факто, я понимаю, что это мало кто делает, контролировать это никак не получается, поэтому пока никаких последствий за неуплату автоматически не возникает. Многие мне задают вопрос: Наталья, скажите, а если менять валюту, ну, через индивидуальный инвестиционный счет типа Б, то есть второго типа, который призван уберечь от НДФЛ по 13% со всех финансовых операций, ну, естественно, кроме дивидендов, можно ли здесь избежать вот этого налога с продажи валюты? Я отвечаю вам следующее. Смотрите, я намеренно посмотрел налоговый кодекс, там есть одна не очень приятная, такая, я бы сказала, мерзкая статья 214.9, где написано, что налоговые базы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете, признается положительный финансовый результат, определяемый в соответствии со статьей 214.1.3.4. Это означает, что если мы говорим про финансовый результат, который освобождается от налогообложения по ИСУ типа Б, здесь имеется в виду операции с ценными бумагами и производными инструментами. Валюта считается имуществом, и она не считается ни ценной бумагой, ни производными инструментами. Поэтому формально, если вот следовать совсем по букве закона, ИС типа Б не сможет вас уберечь от налога с продажи валюты, если вы валюту будете продавать на ИИСе. Вот такая вот неприятная история. Естественно, льгота долгосрочного владения тоже здесь не применяется, потому что валюта не считается ценными бумагами. И именно здесь применяется статья 220 Налогового кодекса, который я вам уже ранее называла. То есть, если вы продаете валюту, которые владели 3 года и более, налогов нет, декларация не нужна. Если меньше, то вычитаем либо подтвержденные расходы, либо, соответственно, 250 тысяч рублей. Поэтому, дорогие друзья, вот по закону ситуация такая, говорю, как есть. То есть, если вы продаете иностранную валюту за рубли, неважно, на брокерском счете или в банке вы это конвертнули, неважно, каким образом вы это сделали, то по-хорошему ваша обязанность потом это запротоколировать, зафиксировать в виде подачи декларации, заплатить налог. Неважно, вы валюту вносили на брокерский счет, ее поменяли за рубли, рубли выводили, не выводили. Вы завели рубли, поменяли на там валюту, потом продали эту валюту за рубли и не выводили. В общем, совершенно неважно, как это происходит. Самое главное, факт конвертации валюты в рубли – это факт продажи имущества, и поэтому здесь возникает налог. Но контроля за этим пока что нет. Вот такая вот коллизия. Теперь второй момент. Это налог, так называемый, на курсовую разницу. Это ситуация, когда вы инвестируете в инструменты в иностранной валюте. То есть вы не просто купили валюту и сидите в ней. Нет. Другая ситуация. Это ситуация, когда вы, например, открываете брокерский счет, вы туда заводите, неважно, валюту или рубли, вы покупаете инвестиционный инструмент, номинированный в иностранной валюте, в долларах, евро, неважно. И потом вы этот инструмент продаете. И неважно, вы потом получен от продажи валюту продали за рубли или оставили на брокерском счете, и выявили, не выявили, неважно. Вот налог на курсовую разницу, этот налог возникает, когда мы купили какой-то инструмент в иностранной валюте и потом из него вышли. Неважно, что мы потом с этой валютой будем делать, и неважно, заводили мы валюту или рубли, и потом мы из рублей покупали эти валютные инструменты или из уже имеющейся у нас валюты. Налог на курсовую разницу у нас возникает тогда, когда мы
купили инструмент в иностранной валюте, а потом его продали. Вот это ключевые моменты, когда возникает налог. Соответственно, что это за налог такой? Формально, если вы будете смотреть налоговый кодекс, то налогу на курсовую разницу, как такую главу налогового кодекса, вы не увидите. И это естественно, потому что если смотреть по букве закона, такого налога нет. Это просто тонкости, связанные с расчетом, например, в отношении физических лиц, налога на доходы физических лиц. И если мы посмотрим в налоговый кодекс Российской Федерации, то там написано, что в соответствии с пунктом 5 статьи 210 доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату получения указанных доходов. То есть, короче, у нас налог на доходы физических лиц, если мы говорим про наше российское законодательство, считается в пересчете на рубли. То есть если вы инвестируете в инвестиционный инструмент в иностранной валюте, то доход будет считаться так. Мы смотрим, сколько вы получили от продажи этого инструмента. По курсу этой валюты в рубли, соответственно, этот курс будет ЦБшный на дату продажи. Минус, соответственно, сколько мы потратили, чтобы купить этот инструмент, опять же, по курсу ЦБ на дату покупки. И вот с этой разницей у нас будет считаться НДФЛ, ну, для резидентов по ставке 13%. Вот что значит налог на курсовую разницу. Это не какой-то дополнительный налог, это просто методика расчета налога на доходы физических лиц в отношении инструментов, которые номинированы в иностранной валюте. То есть, если, например, мы купили акцию за $100, когда доллар был 60 рублей за штуку, и продали этот инструмент за $100, когда доллар был 78 рублей за штуку, то у нас 78 умножить на 100 минус 60 умножить на 100, с этого будет 13%. То есть это не то, что вас сначала не посчитали, а потом кто-то что-то досчитал. Это просто считается только так, в пересчете на рубли, на дату продажи и на дату покупки. Кто это считает? Здесь могу сказать следующее. Если вы работаете через российские финансовые организации, брокер, управляющий компанией, банк и так далее, то они являются налоговым агентом. Поэтому вот этот пересчет и как правильно посчитать вам вот этот налог по валютным инструментам, это будут считать они, поэтому вам не нужно какую-то дополнительную декларацию для этого подавать. Можете не волноваться абсолютно, они все это посчитают. Если вы инвестируете через зарубежные инвестиционные инструменты, зарубежные, соответственно, инвестиционные провайдеры, то есть, например, если вы инвестируете через, там, не знаю, IB, швейцарские банки, там еще кого-нибудь, то есть если вы инвестируете через зарубежную финансовую организацию, то тогда она не является налоговым агентом, и она, естественно, не будет за вас считать налоги, которые вы должны в России заплатить, и тем более не будет за вас их платить. Поэтому если вы инвестируете через зарубежную финансовую организацию, то это ваша обязанность подавать налоговую декларацию до 30 апреля следующего года за годом получения этих доходов, и это ваша обязанность этот налог уплатить до 15 июля того же года, когда подаете декларацию. Вот такая вот у нас история. Как можно налог на курсовую разницу минимизировать? Ну, это, в общем-то, те же самые возможности, что и в прочие налоговые льготы для частных инвесторов. То есть сальдирование убытков, перенос убытков прошлых лет. И далее, если вы работаете на российском рынке, то это еще и льгота долгосрочного владения, и это льгота связана с применением индивидуальных инвестиционных счетов, безусловно. Теперь пометочка про налоговых нерезидентов. Если мы говорим про то, что вы налоговый нерезидент, то как все, что я до этого сказал, относится именно к вам? Смотрите, если вы налоговый нерезидент, то в России вы платите налог только с доходов, которые вы получили от источников в России. А доходы, которые вы получили за пределами России, вы вот Россия к этим доходам вашим не имеет никакого отношения, в Россию вы не платите никакие налоги с этих доходов. Поэтому если вы, я не знаю, зачем нерезиденту надо менять у нас через российские компании иностранную валюту за рубли, но это будет считаться, что тогда вы, видимо, поменяли, ну, продали это имущество за рубли, и тогда вы можете здесь нарваться на налог 30%. Правда, как это будет, опять же, высчитываться, я не знаю. Поэтому нерезидентам менять валюту через российские компании я смысла большого не вижу, просто потому что, ну, вот, может возникнуть такая проблема. А если мы говорим про ситуацию, что налоговый нерезидент
инвестируют в иностранной, ну, соответственно, для России валюте, в инструменты не в рублях, что чаще всего, скорее всего, и будет, то тогда, если этот нерезидент работает через, соответственно, российские финансовые организации, то тогда здесь возникает, да, ситуация, что здесь повышенный налог для нерезидентов. Поэтому я не вижу резона на российском рынке через российские компании нерезиденту, в принципе, инвестировать как на российском рынке, так и за рубежом, потому что для нерезидентов в России у нас ставка 30% для большинства видов доходов физических лиц, 15% только по дивидендам от российских компаний, и поэтому я не вижу, зачем нерезиденту вообще может быть как-то интересен российский рынок, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. Вот такая ситуация. Поэтому, дорогие друзья, вот как резюме, налоги с продажи валюты, получается, платить надо, но это никак не контролируется, поэтому возникает вопрос, вообще реализуемо ли это. Это первое. И если мы говорим про то, кто за это отвечаете вы, а не финансовая организация. А если говорить про налог на курсовую разницу, то есть если вы инвестируете в инструменты в иностранной валюте и потом их продаете, то если вы это делаете через российские компании, они являются налоговыми агентами и сами посчитают все ваши налоги с учетом пересчета в рубли. Если вы инвестируете через зарубежные финансовые организации, то тогда налог на доходы физлиц с учетом курсовой разницы – это ваша обязанность подавать декларацию, уплачивать налог. Вот так вот у нас это работает, криво-косо, но как есть. Будем смотреть, наверное, надеюсь, что у нас хоть какая-то подвижка будет. Я очень надеюсь, что у нас не будет все-таки дожиматься эта история с уплатой налогов с валюты, потому что это, конечно, полный бред, когда валюту считают имуществом. Но это мое мнение. Что называется, будем посмотреть. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы по этой тематике или другим, пишите мне в комментариях, я с удовольствием подготовлю новые ролики по этой и другим темам. И, безусловно, я буду рада, если вы напишите в комментариях, понравилось, не понравилось, что вы по этому поводу думаете, лайкните и расшарите, по-разному говорят, этот ролик с вашими коллегами и друзьями, и подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали.